Beautiful Саратов 2015. В областном центре выбрали самую красивую девушку города. За корону в конкурсе боролись 16 красавиц. Кто из претенденток стал обладательницей титула, узнала Анастасия Гуклева. На подиуме 16 саратовских красавиц. За несколько часов участницы должны продемонстрировать не только свою привлекательность и интеллектуальность, но и раскрыть творческий потенциал. Выбрать лучшую из лучших непросто, говорят представители жюри. Первый критерий – это красота. И вот у них было домашнее задание, где вот они о себе рассказывали. То есть вот по таким критериям. У меня два было. Ну и плюс еще профессионализм, потому что тут были собраны девушки, которые изначально в модельном агентстве, и часть, которые вот на кастинг приходили с улицы. Beautiful Саратов 2015 – это путевка на многие конкурсы российского масштаба. Чтобы стать обладательницей короны, девушки должны были интересно рассказать о себе и продефилировать в одежде в стиле стрит-фэшн, нижнем белье и вечерних платьях. По мнению организаторов, такой конкурс пропагандирует культуру, красоту, гармонию и способствует воспитанию эстетического вкуса. Все конкурсы, в принципе, они дают определенный толчок. И победительницы, естественно, их видят, их замечают, и они дальше идут на другие уже другого уровня конкурса. Обладательницей короны и титула Beautiful Саратов 2015 стала Галина Максименко. Кроме титула, Галина получила 10-дневный тур по Чехии. Помимо основных, участницы конкурса боролись за 17 дополнительных номинаций. И каждая девушка получила подарки от спонсоров. Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.